В общем, мы не загружаемся, а мы разгружаемся. Всем привет! Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу. Хотели мы уехать на рыбалку на 3 дня в одно место, потом на неделю в другое место. Но побыли всего лишь там день и решили вернуться домой. Потому что нам все-таки надо залить монолитный пояс на нашем гараже. И тогда уже мы сможем как-то отдохнуть. Морально даже, потому что вот здесь вот мешает отдыхать физически. Поэтому давайте сейчас быстренько, плотненько вот денек поработаем. Сейчас позовем Вадима, Юру, все это зальем, и тогда уже спокойно уедем. Договорились? Да. Этого, да? Примерно сколько? 100? Да еще нет. Тебе? 190 пойдет, давай. По дуге. Нормально, 190, тут примерно, тут не обязательно пробно. Понятно. У нас павлинята лупятся. Хорошо, что мы вернулись. Ну отлазим быстрее уже. Что ты? Пошли, покажу. Ну. 190, 190. Запомни, 190. Сейчас сделаем. Цепули, снимите. Привет. Я знаю, что у тебя тут что-то произошло. О, сколько штук у тебя вылупилось. Вот, точно раз вылупился. Еще покажи. Нам надо все знать. Тут надо один в один. Два. Точно три вылупилось. А еще есть у тебя? Три вылупилось. Так осталось одно яйцо, походу. И там никто не это. Так. Даже никто не шевелится под днем. Как обидно, а? Ты что, у тебя будет не пять? Павлинят, покажи их. Дай просто нам посмотреть. Вот какие. Они по размерам сразу больше, чем бинтамки по размерам. О, 4 павлинка. А кто из вас мальчик, кто девочка? А? Это там жужжат что-то, на курицу забирай. Твои. Вот, у тебя тут вылупились. Что интересно с этим яйцом сделать? Пошли его дома просветим, чтобы уже точно знать, что с ними. Вот здесь вот в темном помещении. Воздушная камера на пол яйца. Ну, видно, что что-то развивалось. Ну, я думаю, что он погиб. Погиб? Угу. Он погиб, видишь, он должен сейчас, уже не должно быть вообще ничего видно. Не, воздушная камера должна быть. Но она должна быть очень маленькая. А уже. Тут на пол яйца, ну, наверное, он погиб и сузился. Ну, пускай чуть-чуть еще полежит, пока они обсохнут. И тогда заберем. Получается, заложили 10 яиц. 5 изначально было, не было заиграно. Один по ходу погиб в эмбрионе, осталось 4. Ну, цыплят по осенью считают, хоть бы один выжил вообще, да? Положим, ну, сейчас пускай еще обсохнут, и тогда перенесем в домик на гектаре, у нас специальный домик, туда ни один хищник никогда не залезет,
и пускай там сидит. О, видишь, павлин отзывается. Все, и этот угол сразу мы выставим. Раз. Самое сложное из этой опалубки это было сделать вот это угловое окно. Чтоб не Юра, я вообще не справился тут. Заливаться, видите, монолитный пояс будет сразу же над воротами и над окном. И будет служить и перемычкой, и поясом одновременно. Юр, с одной стороны, чтобы выступало, а с другой нет, чтобы правилу не мешало потом. Вот так вот. Так я помогаю ему держать, вот так, да. Выровняй по той досочке. Все. Держишь? Да. А я по уровню и прикручу хотя бы одного-два. Давай. Так. Держи. Вот так у меня должно быть. Так. Да еще чуть-чуть поправь. Вот так. Тихо. Держи, Юр, только. Ага. Из-за палубки это самая большая последняя доска. Я буду говорить выше ниже. Ты, Юр, держи ровненько вся. А ты выше. Выше, еще выше. Сейчас, подожди, сынок. Ты никогда такого нового не сделал. Ну, ты сейчас уезжаешь? Ну, сегодня. Но я максимально сколько смог самому. Берем. Будем сейчас связать. Оп. Чтобы быстрее было, уже такой крючок сделали самодельно. Не обрывалось, да, типа? Я думаю. А, как разницы нет, обрывается, не обрывается. Главное, чтобы держалось. Конечно. Так.
Это я тоже не люблю, когда не обрывается. Нож пойдет там, железобетон будет. Ну вот, получается, опалубка стоит, арматура стоит. А вот теперь можно это все вместе скрепить. Потому что снизу 25 мы отмерили, а сверху, сверху-то, вот эта вот метка 25 сантиметров. Поэтому сейчас это все скрепим, для того, чтобы потом бетон нам не разжал всю конструкцию. Оп. О. Так, получается, наша опалубка прикручена к блокам снизу, сверху друг к другу. И еще по центру, вот здесь вот, стянута будет проволочкой. Вот так вот. Оп, оп. Чтобы лишнего не перетянуть, мы ставим эту 25-ку нашу. Проволоку, чтобы потом, когда зальем бетона, чтобы ее не растянуло никак. Угу. Оп. Готово. Что, домой хотите уже? Блин, Зинка, ради тебя так быстро ем, что тебе корочку даже сейчас вдавлюсь. Подожду, пока ты поешь. Подожду. Уже три стороны гаража сделаны на 100%. Делаем сейчас четвертую сторону, и уже тогда можно будет заливать. Если бы я тут один был, то я бы, наверное, неделю бы это делал.
грамм 500-600. Наша мерочка 25 сантиметров прекрасно залазит сюда. Будем стягивать еще проволочкой. Осталось стянуть проволочкой нашу опалубку, и будет уже все готово. Все, мерка наша 25 сантиметров, больше не надо, пусть бетонируется. Все, снимаем все вещи и заводим бетономешалку. Надо мерить вниз, обратно на мокрое. Установили и закрепили опалубку, на мой взгляд, просто идеально. Ну, посмотрим, как еще будет дальше, когда зальем. Ну, перед тем, как начать заливать, тут же будет сейчас шум, гам, давайте павлинят перенесем на гектар в домик и начнем работать тогда. Нальем им водички. Насыпем обычного комбикорма для суточных цыплят. Сюда им водички, сюда им еды. Ну что, пошли за павлинами. Так, так, так. Не так и не вылупился пятый. Ну не вылупится. Вот какие вы большие. Какие вы хорошие. Идем. Так свистят, интересно. Больше на курицу похоже, чем на павлина. Вот же. Вот павлинята. А ты думал, что это павлин? Ой, прикольные. Они как цыплятки. Как индюшаты обычные. Ну, вот такие классные. Так у них дюбики какие-то, с какой-то бубочкой такой на носу. Не, у индюшат то же самое. Да? Знаешь, что те, что говорят? Что их надо учить кушать, что они первые две недели вообще не умеют кушать, что им надо им в ротик ложить. Я не собираюсь. Ты научишь? Научу. Выходим. Твои. Вот тут вода, еда. С ними тут балдей. Вот воды с ними попей. Вот, ребята, вот это надо кушать, вот это вот. Это вот это кушает, вот, кушайте вот это. Давайте вот залазьте сюда и кушайте. Они не умеют кушать. Ну да, не умеют. Ну, твои?
Нет, не ем. О, что-то грызут там. О. Вообще беспомощные. Кажется, хватит жрать их корм. Наоборот, пускай учат. Так, вы должны это кушать. Кушайте. Сутки пришли, вы, вас... О, давай, кушай. Кушай вот это вот корм, да. Давай, кушайте. С голоду сдохните, если не будете кушать. Ну, то надо есть. Ну. Ешь. О, давай, ешь. Ешь что-нибудь. Как маленькие индюшата. Вообще не кушают. Может, погал. Один кушает. Да, один там что-то клюет и все. О, один тоже походу. Так посвистывают, интересно. Все, один тоже начал кушать. Еще один. Только один не ест. А, нет, еще один. Такие слабенькие они. Еще двое не едят пока что. Пить вас надо учить. Ой, иди попей здесь воды. Вот тут вот. Пей. Вот так вот. Оп. О, видишь? Нормально. Чуть не утонул. Что я перестарался его учить пить. Захлебнулся аж чуть-чуть. Идите под мамку. Не хотите кушать, идите просто под мамку. Идите. Мамка у вас супер курица. Не-не, аккуратно, аккуратно. Мамка, вот курица сами выполнили. Ну. Одного, как я понимаю, не принимает вообще. Не, всех принимает. О, меня убивают уже. Побыл минуту, сам уже убивают. О, научи их пить, учи. Вот так показывай, да. Дети, пейте. Ну-ка, ну-ка, пейте. Повторяйте за мамкой. Вот так, оп. Давай, давай. Ну. Почти, почти. Вообще ничего не умеют. Есть не могут, ходить не могут, пить не могут. Летать не могут, в принципе, вообще. Хоть бы выжили вообще. Мне кажется, в дикой природе повинные еле-еле выживают. Эти вообще не пьют, не едят, ничего не делают. Они еле научились ходить. Он хочет сена. Он сено жует? Кто не знает, что кушать надо правильно. Вот корм. И маленький. Что даже ходить только не умеет. О, какую-то муху поймала. О, дала ему муху. Молодец. И глаз давай свой еще. Очень аппетитно выглядит глаз. Хочет глаз. Ну они молодцы. Видите, она их позвала, они пошли кушать. Она пошла далеко вглубь этого сарайчика, они пошли за ней. Опять муху какую-то поймала. Учит, учит кушать. Кушайте. Уже о, курица уже съела муху опять.
научит их. Ну все, мы еды, воды поставили. Надеемся, что курица их воспитает. Будем периодически просто ходить в воду, еду ему. Все, тут они в безопасности. Воспитает, воспитает, никуда не денется. Думаешь? Я тоже надеюсь. Пока-пока. Всех благ. Пока-пока. Все, ждем вас, приезжайте. Так, все нормально, Юра уехал, Вадим приехал, мы сейчас зальем, я уверен, что мы зальем, у нас получится. Первое ведро. Все, вставляю шпильки, Иван, переносим леса. Что ж это такое? Перемычки заливали, дождь пошел. Сейчас заливаем монолитный пояс, опять дождь идет. А это зачем? Сюда. Потом мурлаты положатся и накрутятся. Ваня, одна из четырех сторон залита. И я скажу довольно быстро, типа... Часа полтора залили. Центр. Пошли по меня посмотрим. Или приняла их курицу. Побила уже. Хотя бы, чтобы научила. А где еще один? Все нормально, все четыре, на. Тихо-тихо, на. А, вот, вижу. Нормально, приняла. Будут у нее покровители большие павлины.
Молодец. Продуман, конечно. Получается, спрятался одновременно от всего. От всего еще и отдыхаешь, да? Да. Дождь тебе не попадает. Я давай, я... последнее ведро, давай. Я могу еще прыгнуть. Не прыгай никуда. Я могу еще прыгнуть. Скорее всего, последнее. Я уже что-то начал промокать. Ваня, подожди, пока не подавай второе. Что выбираешь, Вань? А. В сажалку нырять или в стиральную машину? Стиральную машину. Я в сажалку. Еще надо пол ведерка сюда. Хватит. Все, последнее. А ты квитку будешь делать? Я все равно расслабиться не могу еще. Надо что-то еще поделать перед отъездом. Поспать еще, может, надо. Ну да, на рыбалке мы не выспимся. Надо просто поесть, сразу расслабиться. Что? А ты заметила, как только мы закончили, вышло солнце, и природа такая говорит: Дмитрий, расслабься, все, едь, отдыхай, возьми удочку, просто сиди, ничего не делай, да? Посмотри, как все сразу, какое небо сразу стало голубее, чем было в 100 раз. Эй, чумазики, ну-ка бегом в машинку. А потом пойдете в лес и куда хотите. Ну да, мы немножко такие, какие-то странные. Я вообще какой-то весь побитый, вот здесь вот побитый, вот здесь вот побитый. Здесь пробитый, здесь пробитый. Ну то, что грязный, ладно. Вот. Так тебе вообще ни один шампунь не поможет. Что это у тебя? Куски цемента у тебя тут. А здесь вообще тоже раствор. У меня... Пошли устроим рубрику «Майдадыр». Пошли. Друзья, как вы поняли, вымазываемся мы очень сильно и часто. И нас всегда спасает вот такой вот гель. Easy Clean, очень густой концентрат. Вот этой 5-литровой канистры хватает на 200 стирок.
Иногда вот просто Ваня выходит по грязи, вот так вот в свинарнике валяется, вот просто хочет постираться. Было такое? Было. Поэтому вот маленький колпачочек, мы будем чистенькие. Майка до того, как мы начали заливать бетоном, была очень даже чистенькая. А теперь вся в пятнах. Дополнительно полью на эти пятна. Чтоб точно отстиралось. Ну да. Гель для стирки Easy Clean производится в России. Хотя химические компоненты привозятся из-за границы. Поэтому цена получается очень даже выгодной. Очень вкусно пахнет. Гель для стирки Easy Clean можно использовать как в машинках автомат, так и в машинках для ручной стирки. И, кстати, он смягчает воду, а для нас это важно. Но здесь вода, богатая железом. Ну что, отмылась, как ты думаешь? Ну, все. Чисто. А пятно, пятно самое главное. А с какой стороны было, я уже не помню, слева или справа? Мне кажется, слева. Нету, видишь, ничего, чисто. Нету. Ты заодно всю нашу одежду закинула, чтобы на рыбалке быть чистенькими. Да. Все вещи чистые. Этот гель можно купить по ссылке внизу под видео, в описании. И в закрепленном комментарии. Возле берега только плавно. Давай. Смотрите, тут окно. Не надо. Помогите. Просто никто не хотел в этом домике жить. Ни утки, ни гуси, ни что. Я пожалуйста. Давай, давай. Нормальный плод. Ну, теперь я покажу, что ты будешь доплывать. Да, тут полчаса. Не, не пугай рыбу, тихонечко себе плавай и все. Не пугай рыбу. Пиздемир сам говорил, папа, когда мы пойдем плавать, когда пойдем плавать, вот плавай. Ну тогда прыгай и прыгай сюда. Вот так, да. Вот так греби, через полчаса будешь на берегу. Я уже ведро потерял. Я его нашел. Нашел? Прямо возле Дамира? Видел Дамир? Я рыбу к себе притягиваю. Понял. Опять. Я магнит для рыбы. Тихо.
Поднимай, 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 то есть сейчас они схватят. Странно, что рыба вообще не побоялась клевать. Что Демир ногами бил, а она клюет. Я магнит для рыбы. Пчелка ловит рыбку. Она уже точно такую же съела, хочет вторую. Мне кажется, надо 10-часовую версию этого записать. Это так увлекательно? Угу. Смотри, рыбку ловит. Что же споймать еще? Так, давай, лови, лови, лови. А, на меня. А ты что, джинны не хочешь? О, быстрее корми пчелку. Пчелка. Пока она карасей не выловила. Пчелка, пчелка, иди. Джина пришла покушать. Или дай Джине. Джина. Thank you.
Дамир не может домик на дереве пойти. Говорит, что там осы летают. Говорит, просто целый кокон их висит. Очень много. Пошли посмотрим, я даже сам не видел. На всякий случай оделся. Дихлофосом их запшикли. Где они там? Сказал, на самом входом висит. Может, там три осы. Сделали себе гнездо, да? Ну, а он боится. Точно. Ого. Гнездо сделали. Так оно такое большое. Так это шершни. О-о-о. Это шершни сделали. Ого. Я думаю, знаешь что? Ничего не делай, нужно позвать пчеловода в костюме. Ух ты, так их тут много. Ого. Что делать? Пчеловод в помощь, да? Ну да. Страшно. Чего? А он без запаха, можешь пшикать. Ну что они делают? Что-то заподозрили. Гудят там что-то в 3 раза больше, чем гудели до этого. Его нужно поломать, это гнездо. Побить. Поломал? Поломал, да. Какой стоит гул. Дамир, ты не обманул. Вот это вот. Они сюда начали отлаживать свои яйца. Я же говорил. Чтобы маленькие, вот они вот, видите, беленькие, маленькие. Угу. Вот такие они по размеру. Шершни. Большой, да? Угу. Ты его испугался? Да. Все, они уже мертвые все. А вот внутри яйца, смотрите, уже живые. Так их так много, да. Они еще там шевелятся. Пчеловод точно таких же пчелок приносил. Именно этих трутней. И на них очень хорошо рыбу клюет. Пойду закину Сару, пускай рыбой кушает. А что ты курицу достала? Вадим же сказал амура приготовить, которого он поймал. А я и то сделаю. Домашняя бройлерная курица. Пошли, попробуем чуть-чуть лисичек насобирать. И мы эти лисички в амур сунем. И может даже если останется, то еще и в эту курицу. Давай. Давай, Вадим, короче, погнали. Попробуем лисичек насобирать. К амуру. Ты ловила, мы ее собираем. Мы полчаса, мы сейчас будем. Может, еще, если черника будет, может, еще черники. Я хочу уйти так, чтобы Дик с Булькой не видели. Но я смотрю, Булька уже по следам, смотри. Посмотри на нее. Ну как от нее отвязаться? А почему ты хочешь, чтобы они не шли? Там же гадюк много, чтобы ее гадюка не укусила.
Ну ладно, пошли с булькой, чтобы погиб не видел. Идем. Сыроежки. Валюшка, давай сыроежки возьмем. Если, вот если чистые, можно их взять. О, это червивая сыроежка. Фу. А это? Молоденькая, ну-ка. О, какая красивая сыроежка, чистенькая. Валя, она очень вкусная. Я тебе ее лично сделаю. Смотри. Да? Она же сладкая. Я в детстве всегда такие ела. Горькая какая-то. Пошли лисичек забирай. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пошли это, лисички, вот да? Вот еще у меня. Шесть, семь, восемь, девять, десять. О, вот мы насобираем грибов, только зашли, уже есть. А если зашли, уже есть, значит, уже будут. 100%. Так, Ванина грибы собираем, в это, а в это... Ягоды. Хорошо. Так может все-таки будут лисички в сметане? Ну, много грибов. Мы этого очень ждали, да? Пробовать не буду, то выкину еще. Большая, да? Пчелочка, иди сюда, пчелка. Иди сюда. Только в лесу поедим ягоды. Потому что я носил ваненьки, ведро носил и начал свое собирать, ведра заняты. Ну, ничего. У нас и так будет, получается, амур запеченный с лисичками. Выложены в нашей сажалке. Курица бройлерная, которая выросла в нашем сарае. Лисички, которые мы нашли в своем лесу со сметанкой, которую выращивала теща. Вообще все домашнее. Мулька. Конечно, можно было бы еще вареники. Но мы же лопнем, да? На булечку. Mm-hmm.
Да, барбекю уже пойдут. Уже летние прошли, а летние пойдут только середина августа и середина сентября. А потом еще уже редко мы пошли в ноябре, очень сильно. Это кирпичи другой совсем фирмы. Не такие, как на барбекю. Ну не отличишь, да? Как будто одинаковые. Ну вот, забыл часик. Мы решили уже чем-то себя. Будет жареное? Да. В этом году еще не делал. В этом году много чего не делал. Я амура не ловил. Все в первый раз, конечно. А рыбу когда ты ставишь? Попозже поставим. Она 15 минут готовится. Ну, сегодня у нас это уже точно будет грибы со сметаной, а не сметана в грибах. Так, мы уже немножко готовимся к отъезду. Надо намолоть зерна. Юра ж не будет молоть, у нас неделю не будет, чтобы у него была полная бочка. Чтобы наше перемолотое зерно превратилось в комбикорм, добавим такой вот специальный премикс для кур. Будем по чуть-чуть добавлять вот так вот. Тут и витамины, и кальций, и аминокислоты, чего-то только нету. Сюда чуть-чуть, остальные со сметаной попущу. Это в начинку рыбью? Да. Эту зашивать не будем, она маленькая. Даже если вытекет, то съедим, да. Мы так давно не показывали, как мы что-то готовим. Да вообще так непривычно за этим круглым столом. Мы уже последних несколько месяцев проводим время только на веранде и на террасе, да? Как селедка выглядит, амурчик. Это единственный карась, которого пчелка не съела, остальных всех посъедала, подоставала. Еще шевелится, живой еще. Карась с икрой получился. Друзья, мы с сажалки вылавливаем амуров, карасей и окуней. Остальную рыбу мы не ловим, потому что ее мало. То есть у нас на весь пруд всего лишь около 40 карпов, около 30 карпов кои, около 5 карасей комета, один там сом. Ну и а вот этих карасей, вот карасей не счесть, там их сотни. Амуров сотни, окуней тысячи. Поэтому ловим только этих три вида рыбы. Уничтожаем для того, чтобы
чтобы пруд стал зеленый, то, надеюсь, через пару лет там будут расти какие-то лилии, кувшинки, когда мы всех амуров выловим. Карася можно нещадно вылавливать, потому что он 4 раза в год нерестится. Окунь, потому что он поедает икру других рыб. А осетры, карпы, кои пускай растут до последнего, пока не будет весить 3-5 килограммов. Не покусаются? Не. И вообще в наших широтах 99%, вот именно в нашем пруду, это я уверен на 99%, толстолобик, карп и амур, он не размножится. Ему надо очень слишком теплая вода, много мелководья. Поэтому выловить этих 40 карпов, их маленьких там нет. И все, получается, карпов вообще в пруду не будет. А карась, окунь, видите, это уже место, его надо вылавливать. Полбанки хватит. Слушай, это мы опять мало лисичек насобирали. У меня еще банка есть сметаны. Поэтому иди за лисичками. Теще большое спасибо за сметанку. Внутрь столбика закинем вот такие вот арматурины, 16-ки. Тоже зальем и будет армирование там. На них будет большая нагрузка. Как это арматура. Все, идем работать и работать там. Еще, Ваня, перед отъездом на рыбалку надо вот эти доски все переложить сюда на поддоны. А то они у нас уже неделю гниют на земле. Сейчас будем перекладывать. Покушаем и перекладываем, да? Да. Садитесь, докладывайте. Тут видишь, какой парадокс? Это не с левой полки магазина, это не с правой витрины. Это вот это вот сарая,
это с теплицы, это с огорода, это с саженки, это из леса, и опять с теплицы, все свое, полностью. Ты должен, Вадим, вот сейчас вот все попробовать, в конце сказать, что самое вкусное. Хлеб не входит в это. Я думаю, рыба. Сам ловил, да? Давайте, не падайте. Ну быстрее, ну что, ну прям точно мне надо самому первому. Вот, я вот люблю попки. И еще раз повторяю, попка самая вкусная в курице. И ни одна курица на свою попку ни разу ни на в туалет не сходила. Потому что курица не умеет делать сальто. Попка. Ваня, попка. У меня тут вообще оторвалось все. Потому что хорошая курица. Хорошая курица? Оторвалась, да? Мягкая. Я сейчас определю, что самое было вкусное. Вот все, мы поели уже, все перекусили. Ну, меньше всего ели картошку. Мне, Вадим, больше всего понравились лисички. Это на первом месте. И попка куриная на втором месте. Рыба на третьем, к сожалению. Еще помидоры очень вкусные, а тебе? Ну, так как стоит. В этом же порядке. Первое, второе, третье. А для мира ты, походу, вообще болел, раз все такое гастрит. Ну что, не хочется вообще работать после этого, да? Посидим часа два. Да. Мы покупались. Ну все. Получилась бочка вот такого комбикорма. Пока нас не водит, Юрий. На две недельки должно хватить. Может кушать и индюк, и утка, и курица, и баран, и свинья. Все, все едят такое. Черные аж стали. Венер, тебе уже аккуратно. Уже, наверное, хватит, Венер, Сань.
Да. О, доски укрыли. Душенька будет спокойно, можно уезжать. Значит, не сгниют они. Я видел комментарии, что просят показать огород твой, Валентина. А как его показать, если тут в огороде тебя даже и не видно? О! Я тут. Ой-ой-ой, у тебя лес. Что тут делаешь? Салат отдаю козам. А чего? Потому что не успеваем его съедать. А, ты его не с корнями вырезаешь? Ты так и нарастет свежий, пока мы приедем с рыбалки, да? Да, сейчас он только глушит все. А нас не будет, кушать некому будет. Можете экскурсию сделать по своему огороду? Да. Что вам показать? Ну, цветочки. Вот цветочки. Цветочков действительно тут много. Огурцов столько не будет. Для помидоров сколько осталось? Неделька? Да, уже чуть-чуть осталось. Мне показалось, что арбузы висят. Это такой сорт? Угу. А лук уже большой, почти с кулак. Это желтый, это белый. Огурцы у нас без пленки садились, поэтому пока что мы их не едим. Чтоб зацвел уже. На. Это прошлогоднее? Да, с того года. Ну, уже видите, это получается... Начало июля, уже морковку можно кушать. Буряки тоже вот такие есть. Тоже можно кушать уже. Перцы будут только осенью. Лилии какие-то белые цветут. Это дала мне их Галина, та, что цветок тут дала, что стоит. А, из Астрахани? Да. Они пахнут. Так у нас что получается в этом году укроп выше помидор вырос уже. Это огурцы закатывать классно с укропчиком. Такой вот огородик. Маленький, но все есть. Даже цветы. Даже много. Вот уже начинают бутоны новые завязываться. Это два цвета. Два вида я посадила, и так они. А смотри, с носа что-то торчит желтенькое. Это хоботок. Ну.
Пойдем посмотрим, что на наши павлины. Покажи детей, вставай. Поют. На. Не бойся, такая боязливая. Покажи. Покажи их, покажи. Он как защищает. Как родных. Получается, из 10 яиц павлиньих вылупилось всего лишь 4 павлиненка. А пошли посмотрим, сколько заигранных вот у тех моих, что мы недавно приобрели. Идем. Покажи. Так, у тебя 5 яиц. Все верно. Это. Вот это заигранное. Вот. Маленький-маленький. 5 дней, но уже видно. Заигранное, все хорошо, тебе повезло. Ну-ка, а остальные давай посмотрим. Тоже заиграно. Mm-hmm. 2 заиграно. Какая ты везучая. Mm-hmm. Ну-ка, и я так рад доволен. Все, нету. Болтун. Болтун 100%. Дальше. Заигран, вот видите. Уже большой, да? Есть, держи, сиди, сиди. И последняя у тебя, 5-я. Что-то должно быть, да? О, есть. Есть. Тоже, угу. Тоже есть. Угу. Все. Ох, как хорошо. Из 5 4 заиграны, только один болтун. Отлично. Повезло тебе, белая. Пошли черную посмотрим. Мне кажется, меня сейчас побьют. Черная, чтоб как чтоб ты не побила меня. Ты их все достань сюда. Сейчас, подожди, сначала два проверим. Так. Раз. Заигран. О, хороший паучок. А видите, паук? Угу. Есть. Есть. Второе. Есть. Есть. Подожди. Не бей, сейчас пробьешь свои яйца. Должно быть. Я не вижу паучка, но я вижу воздушную камеру. Когда есть воздушная камера, это более-менее что-то. Этот, короче, под вопросом, пока не убираю. Угу. То же самое, да? А, пускай тоже какой-то понравился. Иди, не бей сюда, стало. Ну. Это? Есть. Да, вот есть. Вот. Ты слово, когда делаешь больно, то хочется сдачи дать. Тут хорошо получилось. Мы в том же месте яйца брали, эти павлини. Получается, здесь 10 яиц, 7 точно заигранных и 2 под вопросом. Ну и всего лишь один болтун 100%. Ишь, яйца на. На, деек, на, кушай. На, о.
Ну все, друзья, получается, лес накрыли, монолитный пояс залили, столбики доделываются, и можно приниматься за строительство крыши. Вот. А нам в это время можно бичевать в палатке пару дней и спокойно отдыхать без угрызения совести. Все, встретимся уже сейчас на рыбалке. Всем пока. Пока-пока.